Сегодня мы прощаемся с нашим братишкой, настоящим Вапихом, который в тяжелое время для всей страны выбрал нелегкий путь защиты Отечества. Женька был мобилизован, но он сам пришел при первой отправке. Он сказал: я пойду, придет повестка, я пойду. И он пошел. Я последний раз его видел на сборном пункте в 32-м городке. Все, когда я уезжал уже, вот я с ним стоял, прощался. У меня только одна была просьба. Женя, приди со щитом. Женя был активным участником нашей организации, принимал участие в военных, патриотических, спортивных мероприятиях. Постоянно выходил в детские сады, школы, учебные заведения, проводил уроки мужества, рассказывал ребятам о настоящих героях. Апостол, вы же вязать и решите грехи человеков рекам, примите Духа Святого.